как плохо, как одиноко Ане Седоковой в Америке. Ну подумайте, ну сиди там все в Майами. Всеми брошена, одиноко. Да совсем все не так. Никто не бросил. Наоборот, в окружении любящих людей и принимает поздравления. Ты недавно, вот совсем буквально только что, Анна Седокова родила. Второго, да. Есть такое дело. Естественно, перцы не могут оказаться вдалеке от данного события, несмотря на километры, несмотря на то, что кабель проложен по дну океана. Вот, мы дозвонились до Майами и прямо сейчас готовы поговорить с Анной Седоковой. О чем узнаете, вот секунд через 20. Доброе утро. Алло, Анна нас слышит. Привет, Аня. Эй. Доброе утро, мои дорогие, любимые перцы. Это русские перцы, Анна нас узнала, и мы ее тоже. Анечка, ну, конечно, спешим поздравить. В первых строках письма. Поздравляем! С рождением тебя поздравляю. Спасибо большое. Как чувствует... Спасибо большое за поздравление, очень приятно. Как чувствует себя отец ребенка? Сразу думаете, вот видите, сразу думаете о процессе. Все хорошо, все волнения уже позади, все уже такие счастливые, все, не знаю, знаете, это такое счастье, что уже все забывается. Главное, это такое маленькое чудо, которое ты держишь на руках, такое крошечное, которое такое открывает глаз один, второй. И когда она первый раз улыбается, то это счастье. Слушай, стало быть, завеса тайны приоткрыта сейчас. Это она. Да, у нас девчонка, у нас такая маленькая синеглазая, ты? Такая девчонка с огромными глазами, и у нас сестричка, и я теперь мама двух замечательных девочек. Слушай, а скажи, пожалуйста, рост, вес, ну всем же интересно знать, самый важный вопрос для родителей. Все спрашивают рост, вес, ну, у нас, правда, мы же в другой мере, поэтому мне пришлось перевести специально для вас, для того, чтобы уже вам сказать. Мы родились 3,250, и рост у нас 52 сантиметра, то есть такая... Модель! Как раз, модель! Да, как раз вроде по всем стандартам проходим, но такая крошка все равно, нам не хочется такой малюпусенькой, такой маленькой. А имя есть у малюпусечки? Между чем и чем выбираете? Так, ну что, все уже вам все, что ли, тайны, ну, да, конечно, раскрывать? Ну, конечно, мы никому не скажем. Мы, ну... поверь, никто нас не слышит, говори спокойно, а мы сами передадим. Знаешь, как говорят, будут знать двое, я и город. Так, ну так что? Ну что, ну ладно, расскажу вам тоже, что мы, на самом деле, уже еще давным-давно выбрали имя, и малышку мы решили назвать Моника. Поэтому у нас будет маленькая Моника. Замечательно, Белуччи рыдает. А она же говорит, как, я же одна Моника. А нет, уже двое. Уже вот еще одна есть. Анна, мы тебя поздравляем от всей души. Желаем здоровья, конечно. Да. И возвращайся вообще в Россию, к нам сюда. Предъявляй Монику, потому что хотелось бы презентацию дочери уже. Предъяви ребенка. Рядками, со всеми. Ну, в следующий раз уже будем фотографироваться не только с тобой, но и с ней тоже. Ладно, договорились. Ну, вот видите, если Настя пообщались, фотографироваться, конечно, не получилось. Но ничего, обещаю приехать и обязательно к вам зайти. Спасибо большое за поздравления и всем слушателям огромный привет. Это Анна Седокова на русском радио и ее Моника, которая пока не говорит, но все соображает. Русские перцы зажигают утро.